Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ирина, и я рада вас приветствовать на своем канале. В этом своем видео я хочу вам рассказать и показать свои продвижения вышивки за май месяц. Но сначала давайте полюбуемся вот этими прекрасными цветочками, которые я сорвала в своем саду. Уже пионы отцветают. Только недавно показывала вам бутончики на белых пионах. Лилии еще не цвели. Прошло несколько дней, и все зацвело. Розы вот еще какие прекрасные. Аромат стоит чудесный. Просто невозможно даже передать словами. Волшебный аромат. Ну, давайте, не буду слишком долго затягивать, покажу вам свои продвижения и начну. Вот. Пусть немножечко так рядышком в сторонке. Начну с этого процесса. Вышивала я этот набор от компании Expressions. «Корабельная роща» называется, по мотивам художника Ивана Шишкина. Напомню, что здесь размер готовой работы 260 на 180 крестиков. Основа здесь Свайгард, ниточки DMC. 30 оттенков. Вот такая замечательная работа должна у меня получиться. Вот так вот она должна будет выглядеть. И давайте посмотрим, что же у меня навышивалось. Так, цветочки мешают. Вот так выглядит моя работа на данный момент. А как выглядела, можете посмотреть на экране до мая месяца, какие были мои результаты и что удалось мне навышивать за прошедший месяц. Ну вот, я выделила для себя эту область, три сосенки, начала вышивать их. Немножечко у меня были наметочки на эти стволы этих деревьев. Я их закончила вышивать, и здесь еще были темно-синим цветом у меня отшито, ну, какими-то кое-что было вышито. И начала вышивать вот эти стволы, веточки, и между стволами уже зелень пыталась начать вышивать. Здесь еще у подножия этих деревьев добавила зеленых оттенков. В этих участках тоже что-то по чуть-чуть добавила. Тут были пропущенные крестики немного. Ну вот, столько пока удалось навышивать. Конечно, весь участок не удалось, потому что он значительно большой, если так вот посчитать от этого ствола, получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 клеточек. Это уже, вот если только брать один ряд, это уже 600. А если вниз, вот сколько получается? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, это много. Получается около 8000. Конечно, я не смогла вышить, так как другие процессы ждали меня. Ну, наконец-то я довольна, что отшила такой участок. Надо работу эту продвигать, хочется ее завершить в этом году. Ну, пока что я смотрю, не знаю, наверное, половину уже отшито, может, чуть больше. Ну, вот такие мои результаты. Хорошо, нормально она продвигается, особых затруднений не вызывает она. Ну, только то, что я вот не привыкла зачеркивать цветные схемы. Бывает иногда, вот, когда устаю сильно после огорода, внимание притупляется, и бывает сложно
уже в сон начинает клонить, особенно когда поздно вечером вышиваю. Бывает, иногда пропускаю какие-то крестики, потом уже дошиваю, когда другим цветом рядом прохожу. Ну, потихоньку-потихоньку вот так продвигаюсь. Такие мои результаты по этой работе. Дальше, что я вышивала, хочу вам показать. Это по вот этой книге, автор Бет Рассел. Декоративное вышивание по канве, по мотивам рисунков Уильяма Морриса. Вышивала я земляничного воришку. Так, где же он? Вот этого. Вернее, вот этих вот земляничных воришек вышивала. Ниточки сама подбирала, уже опираясь на изображение, так как здесь нитки не указаны номера, и то здесь шерстью вышивается. Я же подбирала ниточки, старалась по ключу DMC. Вот как здесь совпадает на картинке, так и старалась подобрать. Ну вот, посмотрели, какое готовое изображение должно будет получиться. И посмотрим, что же у меня на канве навышивалось. Так. Ножничка. Вот такие мои результаты. Как я мечтала повышивать в мае месяце вот эти клубнички, как раз в пору, когда земляника, клубника цветет, ягоды поспевают. Выведу сейчас на экран, как у меня клубника цвела и как ягодки на ней уже появлялись, вот можете посмотреть. И заодно другую картинку покажу, как выглядела моя работа до мая месяца. Вот можете посмотреть. И здесь, что же я навышивала? Ну, легко здесь можно увидеть, что добавились эти ягоды, не были они у меня вышиты. Два стебелька, на которых эти ягоды расположены, и закончила вышивать эти цветы, напоминающие тюльпаны. Ну, листья здесь не похожи на листья тюльпанов. Не знаю, что это за цветы. Такие, наверное, стилизованные цветы. И здесь тоже листья стилизованные. Немного мне осталось, не довышивала я полностью все ягоды. Ну вот вы видели, как удалось мне сфотографировать. Конечно, на солнце работа немножечко засветилась. Она здесь правильно оттенки передаются. Я смотрю в экран. Вот точно такие оттенки, как на экране и в реальности. Такие же самые оттенки. Вышивается эта работа легко, несложно. Эти ягодки у меня летели как песня. Ну, повышивала, что я здесь, наверное, два денечка, вернее, может быть, два вечера, и надо было брать в работу другой какой-то свой процесс, продвигать, и поэтому сколько вышло, столько и вышло. Рада, что хоть эти землянички повышивала, но они такие крупные. На клубнику похоже. Это у меня в этом году такая клубника, как земляника. Такая мелкая, неудачная. Ну, и все, наверное, по этому процессу. Такая красота получается. Дальше буду тоже вышивать. Следующий процесс я брала в работу. Это по набору Овен. 9 карпов кои. По мотивам картины Юлии «Неприятель». Здесь также работа вышивается на основе Свайгард. Да, Свайгард. И
Ниточки здесь ПНК имени Кирова. Размер заявлен 29 на 19 сантиметров. Ну, не знаю в реальности, как оно получится. Давайте посмотрим, что у меня отшито на данный момент. И сразу же на экране можете посмотреть, на каком этапе работа у меня находилась до мая месяца. Ну вот вы видите, что мне удалось навышивать. Приступила я к вышивке в этой области, повышивала здесь отражение в воде этих бликов, камешек, наверное, вот этот большой, очертания этих двух карпов. Немного, не полностью я их отшила. Хотела дойти до верхнего левого угла, но так и не смогла дойти. Здесь такая вышивка, она несложная, легкая, но достаточно частая смена ниточек. Но не настолько частая, что там одиночки, а вот ровно столько, сколько вот берешь и можно вышивать, пока не надоест. Быстренько они сменяются, одна другой. Ну вот я вышивала этого карпика. Оранжевый цвет оставался, я этот начала вышивать. Брала вот этот темно-розовый, оставался, я тут же вышивала. И вот так вот смотрю, если недалеко участок таким же цветом, я беру и рядышком отшиваю. Вот этими тоже коричневыми тоже. Здесь бежеватыми, сероватыми. Вот так вот и вышиваю. Бэкстич еще здесь не проложила. Можно было бы уже здесь этот камешек бэкстичем обвести. Вот здесь еще что-то. Вот этот камешек. Ну, я думала, уже этих карпиков отошью, чтобы уже такой логичный был участок. И можно будет уже здесь бэкстич отшивать. Стараюсь сразу так, чтобы не сильно мало и не сильно много уже было отшито. Наконец, работы не откладываю, так как полностью весь бэк будет, ну, не то что муторно, но просто сейчас в летний период я так тороплюсь, и не хочется посвящать этому бэку дополнительно целый день или два там дня, не знаю, сколько он займет. Вышиваю пока так, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Давайте, наверное, что-то далеко эта работа у меня как-то. Давайте посмотрим поближе чуть-чуть. Вот так вот. Нравится, как она получается. Красиво смотрится. Несложно. Ну, вот это такие мои достижения по этому процессу в мае месяце. И дальше я захотела повышивать вот этот процесс. И, конечно же, ничто мне не мешало, и я продолжила его вышивать. Так, покажу вам вот здесь полностью эта картинка. Размер должен получиться 35 на 34 сантиметров. Здесь была рекомендована белая канва 14-го аккаунта, но я взяла такую бежевато-кремового цвета, подумала, будет лучше. И 53 оттенка ниточек мулины. Подбирала по ключу DMC, старалась. Давайте посмотрим, что мне удалось навышивать за май месяц. Так, входит, все входит, да. Ну, выведу на экран, на каком этапе у меня находилась работа. Посмотрите. И можно увидеть, что я вышивала. Приступила к вышивке листьев. Вот этот лист вышила с веточками. Здесь сразу же фон.
рядом с этим листом. И вот эти вот листики вышивала вот этот, вот эти вот. И хотела вышить вот этот вот коричневый листик. Ну, не полностью его отшила. Так, давайте еще раз покажу. Ну, вот здесь вот видно. Вот этот вот листик я не полностью вышила. Вышивала вот этот вот фон. Вышивала два вечера всего лишь. Вот в этой области вышивала, ну, вот эти вот листики. Хотела полностью здесь вышить вот этот листик и уже фон вышивать с этой стороны до вот этого большого листа. Ну, так как в этих листиках частая смена ниточек, не знаю, сколько здесь используется, то ли 9, то ли 10 оттенков зеленого цвета. И как-то они так расположены небольшими группками, то как-то далековато друг от друга. Частая смена ниточки была, я вышивала одной иголочкой, и поэтому вот когда вышивала эти листья, то достаточно долго мне показалось, что-то я с ними копошусь. Вышиваю, вышиваю конца края этим листочком. Нет, хотя они небольшие, но кропотливые. Дальше, я думаю, таких небольших здесь не будет участков. Хотя вот в этих голубых цветочках, ну, здесь ниточка, я думаю, рядом. Одна рядом с другой, не сильно большие протяжки. Можно выбрать как-то логически построить свой путь. И вот эти вот листья большие, цветы тоже рядом. Несложно, я думаю, будет вышиваться. Фон вообще легко. Оттенки переходят плавно один в другой. Вот так вот как-то небольшая шахматка. Один в другой заходит цвет. И это несложные участки. Поэтому я в апреле вот вышивала вот этот участок только и все. Ну, в мае решила уже чуть-чуть выровнять эту работу. И эти зеленые оттенки листвы чуть-чуть разбавили эту работу. Не такая она желтовато-коричневая была. Ну, вот эти персики еще красновато-такие, розоватые. Ну, а зелень, конечно же, разбавляет всю вышивку. Раньше, когда я вышивала зеленым цветом, я... Почему так полюбила этот зеленый цвет? Потому что я вначале, когда вышивала цветочные сюжеты, вышивала сначала цветы полностью, а уже зелень потом. И когда начинала вышивать листья, работа близилась к концу, и поэтому мне этот зеленый цвет всегда мерещился. Казалось, вот наконец-то я приступлю вышивать зелеными оттенками листья, и работа вскоре будет закончена. Поэтому, наверное, так мне нравится зеленый цвет. Хотя я все оттенки ниточек люблю, все мне нравятся, но вот с зеленым цветом вот такая у меня история. Так как всегда он у меня на сладенькое выпадал. И поэтому, когда начинаю вышивать в любой работе зеленый цвет, то вот приятно. Не правда ли? Вот действительно разбавляет вышивку. Хотя здесь совсем мало вышито этих листьев, но уже как-то смотрится уже по-другому эта работа. Ну и все, пожалуй. Дальше я... вышивала вот этот свой основной процесс. Это от компании «СТ». «Тишина» она называется. Вот такие характеристики данного набора. Размер, напомню, 342 на 450 крестиков. Ну, количество ниточек можете посмотреть. Давайте покажу свои продвижения. Что же мне удалось навышивать? Так, вот она,
помещается вся работа. Ну, вот такие мои продвижения. Ну, здесь, девочки мои дорогие и мальчики, кто смотрит, здесь я такую вот не то что ошибку допустила, но это просто моя невнимательность. Я отшила полностью вот этот лист, который намечала на май месяц. Это, вот если по разбивке по листам смотреть, это 19-й лист. Здесь уже пошли другие оттенки ниточек на этом дереве. Может быть, это осинка или березка. Пока что непонятно, что это за дерево. Вот еще тут рядышком маленькое деревце. Ну вот, вышила я полностью, выполнила свой план для себя, 19-й лист. Это в начале мая месяца. И в июне месяце уже 1 числа что-то у меня в голове щелкнуло. Надо брать в работу тишину свою. Хотя я совсем забыла, что я же не показала еще вам этот процесс. И вот начала вышивать уже по порядку этот 20-й лист, который у меня выпадает на июнь месяц. И вышиваю его. И только вот с 1 числа, 4 числа утром я что-то думаю, так, мне видео снимать за май месяц, я немножечко запозднилась со съемками этого видео. А я уже начала свой план вышивать за июнь месяц. И вот за июнь месяц сколько у меня навышивалось. Так что вот этот результат, он не считается уже. Буду его засчитывать за июнь месяц. Потом, когда отошью полностью этот лист, тогда уже покажу вам. Ну вот это вот, этот лист я вышивала в мае месяце, а вот это уже в июне. Вот такая моя невнимательность. Голова занята всем подряд. Этот сад, огород, еще тоже семейные какие-то обстоятельства разные. Бывает что-то по невнимательности что-то делаю. Ну, хорошо, что никакой ошибки, просто я вышивала дополнительно то, что можно было бы повышивать другую работу в первых числах июня, а уже эту продолжить после съемок видео. Ну, так как получилось, так и получилось. Вот такие мои продвижения. Нравится, конечно, как получается. Вот этот участок, я смотрю по схеме, он самый легкий выпадает. А вот следующий тоже здесь небо. Вот этот вот, где эти две птицы парят в облаках. Здесь уже, я смотрю, такая мешанина. Хотя и здесь много. Шахматка. Один цвет в другой вот заходит. Такие плавные переходы, что ой-ой-ой. Вот это вот, что мне осталось, это тоже еще два оттенка такой шахматки. Ну, снизу такие группки пойдут одного цвета, один цвет в другой заходит. А вот в этом еще шахматка. И вот тут еще заполняет много-много пропущенных мест. А следующий тоже. Это небо, оно совершенно неоднородное. Там очень много разных оттенков. Голубого и серовато-бежевого, и белого, какие-то бленды, все намешано, ой-ой-ой. Это, конечно, небо не просто взял один или два цвета и вышиваешь. Здесь много оттенков. Но, тем не менее, все-таки не по одному крестику ковыряться, как вот здесь, в этой хвое, в этих деревьях, в этом дереве. Это ж
Отдохнула я, значительно быстро я вышила вот этот участочек. Ну, наверное, и все, хватит уже так сильно много рассказываю об этом процессе. И давайте покажу вам свой финиш, который у меня случился нежданно-негаданно. Вот финишировала я с этим процессом от новой слободы, с этими нарциссами. Напоминаю здесь, что ниточки в этом наборе использовались «Аврора» 31 цвет и основа тонированная была. Размер заявлен 28 на 56 сантиметров. Ну, здесь неполная зашивка. Давайте попытаюсь в кадр все вместить. Ну, она, конечно же, не войдет вся в кадр. Вот так вот сверху посмотрим. И дальше. Вот так, вот так, вот так. Вниз. И то даже не входит полностью. Вот это низ. Вышивала я в нижней области. Здесь зашивала эти листья. На экране можете посмотреть, на каком этапе у меня вышивка приостановилась до мая месяца. Ну, вот эти вот листья. Хотела я немножечко их продолжить вышивать. Думала, если что-то останется, то в июне месяце дошью. Но как взяла уже в работу этот процесс, то уже не могла никак остановиться. Все вышивала, 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 пока не закончила его. И что хочу сказать. Начинала я этот процесс. Давайте, наверное, его расположу как-то боком, чтобы он весь входил у меня в экран. Ну, вот так вот, да. Он помещается. Вот так вот можно посмотреть. Так, на чем же моя мысль остановилась? Начинала я этот процесс в прошлом году, в 2023. 27 апреля у меня был старт. И в прошлом году я его вышивала всего лишь 5 дней. Я посмотрела по своим записям в блокноте. Всего лишь 5 дней я вышивала. В основном вот этот вот цветок вышила, наверное, в прошлом году. А вот это вот всю полностью работу уже в этом году продолжила вышивать, наверное, с февраля месяца. И закончила я 19 мая эту работу. Случился у меня финиш. Ну, что хочу сказать. Работа легкая. Ниточки тоже хорошо ложатся, без всяких затруднений, не путаются. Никаких катышков здесь нет. Такие ниточки своеобразные. Покажу вам. Так, у меня вот в такой папочке был организован процесс. Покажу вам все ниточки и схему частично. Так, что-то она у меня здесь в молнию на папке ниточки. Так, вот такие ниточки здесь использовались. Ну вот всех ниточек осталось, но некоторых оттенков очень и очень мало. Я смотрю, вот здесь особенно. Посмотрите, буквально по одной ниточке, еще тут, которую я вышивала рядышком, вот эти вот мало. А здесь я бленды навешивала вот так вот с этой стороны. Сзади подписывала бленды. Ну вот так до сих пор ничего не выбросила. Пока что так они у меня висят. Вот этих вот серых много осталось на этой плашечке. Здесь тоже достаточно.
Ну, вот этих совсем по чуть-чуть. Ну, их и немного надо было. Зеленых много осталось. Вот этот, это черный, а это темно-темно-зеленый третий цвет. Вот этих. Серый, белый остался, много зеленых, а вот этих, конечно, по чуть-чуть осталось. Нормально. Схема вот такая хорошая. Ничего я не зачеркивала. Вот так вот здесь очень удобно. Так, вверх тормашками. На каждом листе здесь и ключ дается. Вот. Если берешь вышивать какой-то лист, то сразу же здесь и ключ полностью рядом. Удобно. Но я не стала выполнять этот бэкстич здесь на вот этом цветке. Какой-то он мне кажется неестественным. И еще чуть-чуть надо было... Так, где же здесь? А, вот еще чуть-чуть. Вот с этой стороны. Видите, красным цветом обозначено на листике на одном. Вот это и все линии бэкстича. Ну, я не стала его выполнять. Как вышила, так и вышила. Мне кажется, так более нежно смотрятся эти цветы. Давайте так на папочку. Вот эту, вернее, на крышечку. Разложу и посмотрим вблизи. По чуть-чуть, вот так вот. Вот этот верхний цветок, как получился. И дальше вот так буду потихонечку двигать, и можно посмотреть, как получилось у меня. Красиво, очень натурально смотрятся эти цветы, эти сердцевинки нарциссов, эти плавные переходы. В этой области между листьями здесь... Ой, нечаянно дернула вас. Так, вот здесь полукрест... Сыграл свою роль вот этот тонированный фон, что на основе. Вот здесь чуть-чуть полукрестом вышивалось. Ну вот, дальше посмотрим. Красиво смотрятся и цветы, и листья, такие интересные переходы. Вот так красиво получилось. Конечно, листьев здесь много, и они такие достаточно большие. Наверное, каждый лист почти по 1000 крестиков, а то и больше. Ну, все равно, работа у меня вышилась за 34 дня. Конечно, если бы я ее заканчивала не в весеннее, летний такой вот период, вернее, весной я закончила не весенний период, а если бы зимой, конечно, может быть, она бы и раньше закончилась. А вполне реально ее отшить за 3 недели, я думаю. Ну, с моей скоростью вышивки, так как очень много дел разных, отвлекающих, домашних, поэтому... Так работа у меня даже не то, что затянулась, но просто вышивалась дольше, чем можно было бы ее вышить. Ну так, что еще, чем я занималась? Я подбирала ниточки еще для одного своего процесса. Ну, наверное, я об этом расскажу вам и покажу уже за июнь месяц в видео. Планировала стартовать с каким-нибудь процессом, а может быть и не с одним, но там время покажет, как будут складываться мои дела, обстоятельства и все прочее. Пока что ничего нового не начала, а вот это вот, что вышивала в мае месяце, вот такие мои продвижения. Верну немножечко в кадр чуть-чуть свои цветы. И хочу попрощаться с вами. Пишите, мои дорогие, свои впечатления, комментарии. Буду с нетерпением ждать, всегда с огромным удовольствием
читаю, отвечаю на все ваши комментарии. Кому понравилось это видео, подписывайтесь. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Хотя не очень часто они у меня выходят. Так где-то получается раз в месяц свои продвижения я показываю. Ну, так как получается, так получается. Итак, буду с нетерпением ждать ваших откликов, отзывов, комментариев. До свидания, до новых встреч. Пока-пока.